13 января по 28 февраля по инициативе пресс-центра отрядов юных инспекторов движения Московской области в социальной сети Instagram проводился флешмоб «Безопасная горка». Участие в нем мог принять каждый. Для этого нужно было записать на видео собственный полезный совет о правилах катания на тюбинге, ледянке, снегокате или сноуборде. А также подписаться на официальную страницу пресс-центра отрядов ЮИТ Московской области и разместить там пост, добавив к нему хэштег «Безопасная горка». Победители определили по наибольшему количеству лайков, а также с учетом мнений сотрудников госавтоинспекции и педагогов. Всех их наградили дипломами и призами, в том числе и учениц Серпуховской школы номер 6, Олесю Кашицыну, Полину Немытову и Фатиму Тагиеву.